Звезды ивановского спорта в областном центре наградили лучших по итогам года спортсменов и их тренеров. Муниципальные премии за успехи в области физической культуры и спорта получили более 40 человек в таких видах спорта, как тэквондо, карате, художественная гимнастика, прыжки на батуте. На данный момент мне 12 лет, и я занимаюсь прыжками на батуте уже 6-й год. Вот самое такое вот в этом году первенство мира, бронзовая медаль. Еще там первенство России, два раза занимала первое место, и еще в одном там в 2017-м была вторая. В этом году на выплату муниципальных премий с бюджета города выделили свыше 700 тысяч рублей. Рекордную сумму, если сравнивать с предыдущим годом. Размер премии от 8 до 42 тысяч рублей. Будем надеяться, что еще больше медалей в копилку нашего города, нашего региона спортсмены принесут. И, конечно, что будет развиваться еще больше массовый спорт, потому что это основная задача муниципалитета – развитие массового спорта. И будем надеяться, что у нас продолжат появляться и хорошие, интересные уличные спортивные площадки, и то, что все школы спортивные города будут также продолжать функционировать. Кроме того, глава города успел пообщаться с президентами федерации. Говорили не только об успехах и проблемах, но и обсуждали предложения для успешного развития спорта в будущем. Так, Федерация пинбола планирует организовать специализированную спортивную площадку в Иванове, ведь сейчас соревноваться приходится в Ивановском районе. Если еще год назад постоянными участниками соревнований по пинболу были только 30 человек, то теперь эта цифра выросла в 10 раз. То есть доступность для жителей города становится сложнее, да, и как бы нужно добраться еще до района, до области, вот, то, создав в городе площадку, мы сможем также увеличить показатели по численности участников и тем самым показывать результат по развитию этого вида спорта. Но за 4 года вот работа проделана сейчас такая, что площадка стала острой как бы необходимостью. О своем клубе мечтают шахматисты. Не хватает подходящего по высоте зала батутистам. Мэр города пообещал, что не оставит проблемы ивановских спортсменов без внимания. И городские власти будут делать все, чтобы звезды ивановского спорта тренировались в достойных условиях. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.